последние секунды перед началом боя. Так, двери открылись. Команду стремились навстречу друг другу. Нашему луку приходится не сладко, но он выживает, кайтит. Бафается антистаном. В общем, каким-то образом спасается. Заметили, да, вражеского лука раздели и тут же, после вспышки, тут же ассистом сложили. Отличная тактика. Вот Приста надо бы не терять. Он успевает хилить. Членов вражеской команды, что довольно-таки неудачным является моментом. Так, шаман. Ассист. Шамана тоже не стало. С нашему шаману приходится не сладко. Необходимо ребафнуться. Встане. Хил Приста. Баф танка. Баф Вара. Баф Приста. Ну что ж, как-то жить можно. Тем временем. Наша команда активно наносит урон соперникам, и в данный момент вы видите, что внимание уделяется Присту. На нем стан. Пока что он еще в бафах, но драконы, рано. В общем, это больно, можно предположить. Снова стан, и немножко не хватает урона. По фулл бафу бить довольно-таки сложно, но надеемся, что все, эта цель повержена. Видите, что остался в живых воин. Наших соперников. Его не стало. Обратите внимание, дорогие друзья. Просто flawless victory. Чистая победа. На самом деле, шестеро участников нашей команды остались живых. С этим их необходимо срочно поздравить.